Парвам. Так, и всем привет, с вами я, Про Скрим. Так, короче, сегодня я решил тебя попробовать спидранить. Я себя. И если у меня получится миллиарду раза, то судите сами. Я сейчас создаю новый мир. Сейчас просто. Так, сейчас прогрузочка, создаем мир. Так, давайте назовем Speedrun. Если телефон, почему ты начинаешь тупить? Ты только что тупил. И все, у меня просто летал. Жум, 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 жум. Сейчас. И сейчас что? Мы начинаем тупить. Пам. Короче, вот вы сами видите то, что вы у меня читаете мгновенное возражение. Хотя это можно и мгновенное возражение, но нет. Нам это не надо. Как я зайду в мир. Всё, я создаю. Ничего больше не пробую. Он создает. Это сам. Где переостанавливать? Каких наборах ресурсов? Я ничего не искать. Блин, набор ресурсов не есть. Они не здесь, но они там. Набор ресурсов я не устанавливал. Сразу. Глобально. Логично. Это набор ресурсов. Уж мне не пригодится успеть. Зима. Зима. Зима, зима, зима. Зима. Нафига здесь она мне она. Они будут записывать чать. Подождем, пока создается мир. Не думайте, то, что я тут что-то читерю. Я просто. Дай мне остановить запись! Все, 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 давай, давай. Все, поехали, ребята, у нас загрузочка пошла. Загрузка, загрузка, сидите, черепашат от хищных мобов. Эх, окей. Зачем мне это сейчас? На спидране я никого не буду защищать. Мне нужно свое время защитить. Я с одной месте. В общем, я продумал кое-что. Короче, у меня сейчас, на данный момент, есть секундомер. Если мне будет лень, я поставлю на секундомер. Наверняка это не поставлю, потому что я не хочу это делать. И не поставлю. В общем, у вас там будет время внизу. На обычном ютубе, без монтажа. Я включаю сейчас секундомер, и мы поехали. Насколько я пройду спидран, очень будет интересно. Поехали. Так, спидран пошел, спидран пошел, спидран. Спидран, это реальный спидран. Реальный спидран, так лагаешь, пожалуйста, я тебе прошу. Потом, ребята, я сделаю спидран на компьютере. Если вы хотите, я сделаю спидран на компьютере. Это всегда будет так, там наверняка меньше будет лагать. Что 3D, 3D. А почему мне... Со вчерашнего ролика. Я его еще не выложил. И, наверное, не выложу. Потому что этот дебильный монтаж у меня занял кучу всего. Так, быстро, быстро. Палки. Кирка. Забираем верстак, забираем, забираем. Уже пол... Быстрее, быстрее. Так, я не продумал. Потому что я очень долго...
много буду делать. Так, это сыграть. Так, мне, ну, так. Мне как раз хватает на. Хватает на. Так, блин, мне нужна шахта. Шахта, шахта. Где шахта? Шахта. Уже минут. Да, из меня спидранер дебильный. Кто-то за низко. Так. Фивань, ты не спидранер. И быстро, 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 быстро. Так. Раз, два, три. Так, 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 быстро, быстро. Спешка нужна при ловле лох и при поносе. Запомни это, Ваня. Тут плохо тебе станет. Быстрее, быстрее. Верстак здесь оставляем. Я пойду дальше, ребят. Потому что я залагал. Я просто так буду тратить время, потому что меня залагало. А зачем вопрос? И зачем? Отлагало. Вроде отлагало. Там, так, я... все, продолжаем. Пожалуйста, дайте мне хоть что-нибудь. Давайте заберу с собой верстак. Это... короче, ребята, спидран за... Ты понимаешь, что он ты не отвечаешь, но можешь перестать не отвечать. Правда, когда я записываю ролик, отвечать. А когда я не записываю ролик, не отвечать, хорошо? Потому что когда я не записываю ролик, тебе все нормально. Я никакой, с меня спидранер никакой. С меня спидранер, это я не знаю. Так там же вначале было. Я просто потратил время. Просто потратил время. Так, спидран мог длиться уже 2 минуты. Что мы за 2 минуты сделали? Полным счетом ни... продолжать не будем. Потому что это... честный дебилист. Как мне отсюда выйти? Мне уже как-то... играть не хочется. Можно мне переиграть? Можно? Можно? Давайте добавим быстро. Уголь. Вот уголь. Быстрый. Вот уголь это всегда хорошо. Без угля и жизни имела. Все, 3 угля будет достаточно. Будет достаточно, если Майнкрафт перестанет лагать. Милый мой. Ты знаешь слово не лагать? Я надеюсь, то, что ты знаешь, что такое имя. Мое. Паркур мастер. Извиняем. Я застрял. Я потратил все время. Я просрал время. Кстати, гравий. Я уже, ребят, я уже, я, ребят, я здесь уже вообще, наверное, это. Может, время уже и просрал. А время я просрал. И спидранер из меня никакой ни хрена, потому что я 4 минуты трачу на то, что выбраться из шахты. Это самый гениальный на этой жизни, в этой планете спидранер, который не умеет спидранить. Я человек, который вообще не умеет спидранить, и за хрена я захотел спидранить. Я отсюда не выберусь живым. Только если мертвым. Мертвым ничего-то выходить отсюда не хочется. Короче, походу первый спидран мы просрали. Если я вот тут выбраться, то мы спидран. То мы спидран просрали. Спидран просрали. Катя, ты можешь уйти отсюда? Ты ролик сейчас не записываешь. Значит, уйди отсюда. Ты можешь уйти отсюда? Всё, я ухожу. Скрываю. Люди, дайте мне нормальную шахту. Дайте мне железо. Получается, 5 минут. Прошло 5 минут. Спидран очень неудачный.
Мы будем второй. Короче, я не буду повторять второй раз. Я должен пройти Майнкрафт быстро. Для меня это быстро, это... Полчаса для меня это будет очень быстро. Это я как будто куту магию произвел. Сейчас прошло 5 минут спидрана и 10 минут ролика. Интересно. О, интересно. Я его спрошу, дайте мне... Потом мне надо я опять еще делать так, чтобы меня не лагало. А это для моего телефона. Нет, мне просто надо отсеивание памяти и все. Спидран. Спидран, давайте еда. Мне нужна еда. Еда мне нужна, чтобы был спидран. Если нет еды, это не спидран. Это... Осторожно, на, Ваня. Индостан. Так, что мне сделать можно? Мне можно умереть. А это я могу очень легко сделать. Ну вот, пожалуйста. Пожалуйста, хоть одну, это уже хоть что-то. Ты не железо! Ах ты ж паршивец. Не-не-не-не-не. О. Подошло. Так, нету. Так. Ой, Лёх, мне без тебя так. Вот давайте будет. Железо это Лёха. А я это. Ваня, короче. Ой, Лёх, мне без тебя так плохо. Лёха, ты где? Ой, Лёх, мне без тебя так плохо. На сердце мату. Лёха. А давайте я просто сразу вот отправлюсь. Отправляемся в зад, господа. Для чего мне нужно железо? Быстрее я найду... Нет, я не найду быстрее алмазы. Если я железо не могу найти, какие Ваня алмазы? Насколько я невезучий, так, настолько, то что мне заспамился биом за 7 минут. Я спидраню 7 минут. Это нормально? Это not нормально. И, наверное, хотя, смотрите, давайте, Крипер, Лёха, дай мне, пожалуйста, Крипер, где, тут вообще-то, где Крипер рождается, там обычно железо спавнится, ну, значит, это неплодородный Крипер, ты неплодородный, понимаешь, ты неплодородный, ну, если Майнкрафт сломается, курица, ты единственное мое спасение. Нет. Ты мой не спасение, ты мой опебений. Майнкрафт, ты охренел? У тебя совесть есть? У тебя совесть нет. Я 8,5 минут потратил на что? На что, интересно? Я очень хорошо потратил эти... Пожалуйста, если тут будет железо, я вас расцелую. Идите вы все в жопу! Ой, Лёх, мне без тебя так плохо. На сердце мату. Ё-моё. Вань, ты не спидранер, запомни это. Ты такой... Ты человек, который умеет Майнкрафт, но не умеет играть в Майнкрафт. Ты разучился играть в Майнкрафт. В прошлом году ты играл намного лучше в Майнкрафт. Сегодня ты что-то тебя после праздников разнесло так, что ты забыл, как играть. Ты нубик сейчас стал. Ты большой нуб. Если тут еда... еда выпала. Спасибо. Магадан. Я бегать не могу. Я не могу бегать. Я бегать не могу. Курица, дай я сожрусь. Сырой, мне пофигу, все равно. Дай тебя сожрать. А почему мне сразу какие-то перья выпадают, а не мясо? Ёперный театр. Курица, ты охрен... Так, ребята, а давайте я лучше через по спидранию.
Не умею спидранить. Давайте сделаем вот из этого ролика. Зомби умеет что угодно делать. Обниматься. Я не умею спидранить. Умеет издеваться надо мной. Вывод таков. Не будьте спидранить. Если я сейчас умру. А я еще хардкор играл. Как интересно. Я не буду удалять этот мир. На забаву. Очень хороший спидран. И вот мы можем взять, получается, таков. Ё-моё. Играйте. Играйте.